Апошнія дні кастрычніка знаменаваліся важнай падзеяй не толькі ў сістэме адукацыі Астравецкага района, але і ў міжнацыянальных адносінах дзвюх суседніх краін – Рэспублікі Беларусь і Літоўскай Рэспублікі. Дзень нараджэння адзначылі рымдзюнскія школы з беларускай і літоўскай мовамі навучання, якія вось ужо 20 гадоў жывуць і мірна суіснуюць пад адным дахам. Эта ідэя родзілася ещё в савецкае время. А вот уже в 1996 году это было первое реальное, скажем так, юридическое решение уже в суверенной Беларуси о создании двух школ. Вот это решение стало основой для жизнедеятельности двух школ, которые, в свою очередь, являются конкретным наполнением вот той романтической идеи позднего Советского Союза. И вот на протяжении 20 лет у нас достаточно успешно под одной крышей функционируют две школы. Случай этот в нашей стране уникальный, и я думаю, в мире немного найдется таких случаев, когда два самостоятельных общественных организма под одной крышей живут и выполняют свои уставные задачи по образованию и воспитанию подрастающего поколения, вне зависимости от национальной принадлежности, готовятся нормальные, достойные граждане своей страны, Республики Беларусь. Это очень ценно, мы гордимся этим моментом. Наш Островецкий район является районом многонациональным, собственно, это не удивительно, это не уникально, но уникален вот сам этот феномен, о котором мы сегодня говорим и юбилей которого мы празднуем. Юбилейная урочистость началась с экскурсий по школах, которые провели их директоры Виктор Спиридон и Людмила Апанович. А потом гости и удельники мероприемства переместились в аутульную залу Дома культуры. По традиции, яка існує у Центру культуры, адукации и информации, у склад якого и уваходят две школы, представники двух краин запалили свечки. И их огонь дал старт юбилейной вечерине. Просто хотел бы, пользуясь случаем, таким прекрасным случаем, кстати, от юбилей, 20 лет, школям поздравить всех, обе школы. И, конечно, поблагодарить. Потому что, я уже сказал, принять такое решение, принять решение, я бы сказал, уникальное по своей сути, литовская школа. Для этого нужно было не только мудрость иметь, но и смелость. Это было непросто. И хотел бы просто, знаете, от своего сердца поблагодарить всех, всем тем людям, институциям, белорусским властям, которые сделали все, чтобы эта школа была, чтобы она действовала и чтобы она процветала. Мы, посольство Литвы, Министерство иностранных дел, мы уверены, что эта школа с литовским языком – это не только школа для литовцев, но это тоже центр культурного общения, это центр притяжения, я бы так сказал, для жителей всего окружающего региона. Это очень всегда, знаете, приятно видеть не только литовцев, но и всех, которые тут живут. Мы очень рады, что этот как бы сельский район, сельская местность, она жива и литовской культурой, и жива литовским языком. На протягу вечера со сцены гучали віншаванні от представников районной улады и посольства Литовской Республики в нашей краине, Министерства управления и отдела адукации двух краин, сябров и спонсоров школ, а так само музычные подарунки от мясцовых и приезжих артистов. У гэты вечер школы юбилярши отримали шмат подарунков от своих сябров, а у всех, кто собрался в святочной зале, стали удельниками чудовного концерта. Это центр для меня что? Это 22 года работы. С одной стороны, много радости, с другой стороны, много и слез в том числе, но все время надежда, что и все же это будет жить, что это получится, что это имеет смысл.
Поэтому я очень радуюсь сегодня, когда уже вот оно обжито, когда тепло, когда все рады, когда друг к другу относятся так, как они относятся. Скажем так, по большому счету это так. Они умеют жить под одной крышей, умеют жить, сохраняя толерантность. Я уже говорила это на сцене. Это самое главное. Уважая друг друга в своей разности, они все вместе. За 20 гадоў існавання дзвюх школ тут многае змянілася. Настаўнікі, вучні і нават дырэктары, а самі школы пасталелі. Але адно засталося нязменным. Дзецям тут добра і утульна. Яны праводзяць агульныя святы і мерапрыемствы і вучацца жыць па-суседску, мірна і дружна.